А вот таким, друзья, было сегодняшнее утро. Мы гуляли с сыном вдоль речки. Он показал мне места, где бывает один наедине с природой. Смотреть на воду, так же, как и на огонь, мне кажется, можно бесконечно. Друзья, я говорю всем с добрым утром. Пусть этот день вам радость принесет. Пусть дарит счастье каждая минута, и пусть душа ликует и поет. Мы не знакомы с вами, ну и что же? Цени, поверьте, каждого из вас, неважно, старше вы или моложе, пусть этот стих вам бодрости придаст. Желаю, чтобы все у вас сложилось, успешны были цели и пути. Заветная мечта осуществилась, и вечер ждал, приятный впереди. И пусть мы друг на друга не похожи и в разных проживаем городах, но в чем-то, я уверена, мы схожи в каких-то мыслях, планах и делах. Как здорово в пространстве интернета сказать вам пару теплых, добрых слов. Пусть в жизни вашей будет мир и лето, гармония и вечная любовь. Это стихотворение написала Татьяна Дементьева. Я не могла не поделиться с вами этими добрыми пожеланиями. А потом мы оказались вот в этом красивом лесу с необыкновенной зеленью. Сквозь листву лучики солнца окрашивали свет в такой зелено-бирюзовый. Такая сочная-сочная зелень, хотя на опушке леса деревья уже совсем-совсем в другом наряде. Вот мы шли, и мне казалось, что вот эти веточки деревьев приветствуют меня, обнимают меня, как своими руками. Очень-очень красиво. Я давно не бывала вот в таком именно лесу. Спасибо, говорю каждому дню за то, что я живу, за то, что я просыпаюсь. Слава Богу за все, и за скорбь, и за радость.